Ладно, так начнем. Сначала общие слова о саде. Да. Ну, вы сад вообще это прекрасно, да? Любите сад, все люди любят, когда он цветет, а тем более, когда подошел, сорвал. Эти яблоки наши, им цены нету, которые без химии, без всего растут. Им нет цены. То, что продают в магазине, это не яблоки. Вот даже если в магазине вы пришли и увидели яблоки, такие красивые, их не берите. Рядом яблоки, посмотрите, хоть один портится, это признак того, что они более-менее настоящие. Вот, в куче там, пятерочки в этой самой. А если такие вот восковые лежат, это, я считаю, что детям покупать такие яблоки, это преступление. Понятно. У нас в этом году их моют. Яблок, да, мы выкидываем. А по-настоящему их должны, здесь машины стоят в очереди. Понимаешь? По-настоящему. Да. Как в Германии. В Германии сейчас едут и ищут червивое яблоко и там покупают. Чтобы хоть одно было червивое. Надо им позвонить, пусть они к нам едут. Ну, они скоро вообще ничего. Там же по 40 обработок за сезон проводится. У нас 15 на юге. Ну ладно, в общем, так, где приобрести, вот захотели вы посадить себе что-то, где купить? Я вам скажу, что в этих питомниках я простудировал за зиму очень, почти все, и сам нарвался, честно. В том году заразился, и сам нарвался, все на этом, то есть через мою шкуру это пошло. Короче говоря, все питомники, если вы позвоните и спросите, на чем привито это, Груша, яблони, персик, все продают у нас. Все, в раме, там это, туда-сюда. Никто и спросите, а где у вас есть, пришлите фотографию маточного сада. Маточный сад, это откуда берутся черенки, прививаются на подвой и продают саженцы. Ни у одного питомника нет маточного сада. Значит, откуда они берут саженцы? Покупают вагонами с юга, Краснодарского края, с Крыма. Там стоит 350, ну, каждый. А если оптом, там по 250. Здесь присылают, в горшки их затаптывают, ставят в павильоны. Они там могут и год, и полгода. Лишь бы там листики какие-то были. Вот. И потом продают нам по 900, по 800, 1000 абрикосы с персиком стоят. Около этого. Вот вам весь бизнес. Зачем им выращивать, мучиться в нашей зоне, чем они купят вагоны и все. И вот что вдоль дороги продают. Это все с этих же интернет-магазинов, питомников. Ну это понятно. А почему? Они не хорошие, да, они получаются, да? Ну, с юга. Негры к нам пришли, и он в Якутске замерзли. Понятно. Вот я поэтому, да, я хочу понять, да. Вот. Они не адаптированы. Не адаптированы абсолютно. Вот это то же самое, что, знаете, с Африки приедет, он же ему здесь холодно. Даже товарищу Сергию и то здесь прохладно. Вот. Что там говорит? Да. А вот какой-то 8 месяцев зима. А там 8 месяцев лета. Коля перебьет. Хорошо. Хорошо. Вот эти надо бы вот есть фанатики. Здесь, например, могу пример. Под Калугой, Марла Ярославе. Человек занимается этим. Вот, он фанатик, там натуральный. У него персики растут, и абрикосы, и груши. 100 сортов винограда. Макаров его фамилия. Вот, тоже ученик, между прочим, Железова был когда-то. Сейчас он уже, я вас слушаю. Можно вопрос? Да. Можно ли абрикосы сажать, я слышал, под уклоном? Он растет на горах. Да. Да, или на бугре. А сколько градусов примерно? Чего? Уклон был, чтобы вода, это, снег, когда тает, там не стоял. Вот. Чтобы не было. И ни в коем случае не сажать в эти ямки, как во всех интернетах.
ямку копаю 70 на 70, 70 глубиной, туда навозу. Если вы так сделаете, у вас ни абрикос, ни персик, ни груша расти не будет. И вот их сажают на холме и прямо на газон. Две тачки земли привезли, высыпали, сделали холмик. Под абрикос можно чуть повыше. Яблоня, это, слива, вишня. Можно пониже, они более устойчивы к воде. Вот, но все равно нежелательно, чтобы около ствола талая вода стояла. И ни в коем случае этот навоз к этому, к самому штамбу. Вот. Ладно, сейчас, подожди, где приобрести? Есть места, вот у Железова, например, сын выращивает саженцы. Он продает косточки. Широкой косточки из Сибири. Там еще одно. Абрикосы никогда у нас не замерзают. Не замерзают. Они выдерживают до 40-45 градусов. В минусе? Да. Они подмокают. Есть такая корневая шейка, если вы возьмете грушу и это увидите. У них корни, а у абрикоса как морковка. Как морковка, вот, так, вот такой. Главный корень уходит далеко. В скалах у абрикоса до 7 метров уходит корень. У груши, ну, у нас глина, они так не уйдут. Но они все равно буравят. Вот. И создают вокруг себя микроклимат. То есть вся вот эта глина, они потом глину превращают в нормальную почву. Вот, это просто биология, как говорится. Так, значит, саженцы покупать только у проверенных. Приехали, даже если в питомник приехали, и что есть такой один питомник, я нарвался на него, где-то в Раменском или в Домодедовском районе. Приехали и прямо, чтобы при вас выкопать. И вот посмотрите заодно, есть ли вот эти сады большие, натуральные. Даже Тимирязевская академия не умеет выращивать абрикосы. У них нет абрикосового сада. И еще, все фотографии, которые они выплевывают там, ну, сорт такой-то, фотографии, они все украдены. С интернета. Это не их фотографии. У Железова украли порядка 200 фотографий. У него линейка такая есть. Нет, и вот на руках он держит. У него 2000 фотографий всяких вот его абрикосов, персиков. И персики у него растут. Ну, персики хасанские, они не крупные. Ну, 45 градусов, сами понимаете. Ну да. Персик боится мороза. И так же, как и абрикос, влаги. А яблони, сливы и вишни у нас это наша зона для выращивания. Так, еще про зону. Сразу разделяем южное садоводство. Это южнее Воронежа, можно так сказать. И северное садоводство, это севернее Воронеж. Там разные совершенно технологии. На юге там одно. Вот, и в Молдавии также позволить себе что-то на них там обрезать. Это в нашей зоне желательно. Сад растет и пускай... А, вот еще самое главное. Про этот. А, в лесу. Вы были все в лесу, да? Там же никто деревья не обстригает. Никто их не обрезает, но они растут. Может дерево расти без обрезки? Может. А с обрезкой еще надвое, бабушка сказала. Вот. Так что, а у нас снегу много. Понимаете? Это преимущество. Но с другой стороны, тоже недостаток. Например, для абрикосов, для груш. В луже расти любое дерево не будет. А достоинство. Нижние ветки. Вот молодой деревце растет, не обрезайте нижние ветки, не надо. В крайнем случае на зиму взяли нижние веточки и пришпилили, чтобы они лежали под снегом. Бывают у нас морозы, помните, 79-й год? Были. 40 градусов, сколько яблонь погибло? 47 было. 47. Ну, много. Я помню, 41, да. Я нос от мороза. Померзло много, да. Помню. Много яблонь в Подмосковье погибло. И вот у меня есть штрифель.
который пережил эти заморозки, да. Ольга еще была маленькая, он уже здоровый был. Да, отмерз, верхушка высохла. Я его обрезал, пенек оставил такой вот. Вот, да, теперь как посадить? Значит, я сказал. Подожди, она осталась, яблоня не стала расти дальше? Да, хорошо. Вот туда, ну, сейчас яблоки висят. Да, много яблок я приходила, видела. Да, так что, так, как посадить? Вот, купили вы сразу. С открытой корневой системой, да, конечно, лучше с комом земли. Если получится, в пакет хотя бы. И в течение 2 суток надо желательно посадить. Не мучить, потому что у них там тоненькие корешки такие, влагопитающие. Они высыхают в течение дня. Вот если поставил сажение, вот эти вот здоровые, как морковка, корни, они не высохнут. Но они не питают влагой. Они для зарубы. А мелкие, как капилляры, питают? Да, 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 они питают. Они высыхают моментально. Солнышко туда-сюда. Вот выкопали, например, здесь, в нашей деревне, раз и здесь посадил, как помидор. Вот выкинули, ну, выкопали помидор, но если он сутки простоит на рынке, туда-сюда, ну, они хорошо приживаются. Это, ну, посадишь, они уже начинают болеть. А если ты раз с этой ямочки в эту ямочку, все, он практически не болеет. Так что и посадка, значит, я вам сказал, на бугорчик. Вот, яблони, слива, вишня, можно совсем маленькие. И не надо никакие ямы копать. Ну, немножко, чтобы корни углубить. Притащили земли. Просто разрыхлить, получается, под этим немного землю. Так не, вот у вас дерн, что такое? Вот я про то и говорю. Это уже среда, где червячки лазят, все выделяют, то, что нужно. Вы землей засыпали, это начинает немножко перегнивать. Ну, зимой. И червячки – это питание. Понятно. Вот. И прямо сажаете спокойно корни по корни. И по корневую шейку. Все деревья сажаются по корневую шейку. Многие говорят, вот да, прививки. Корневая шейка – это где корни кончаются и начинается ствол. Вот. Там буквально 5-10 миллиметров. Вот на абрикосах это очень хорошо видно. Он отделяется. Корень красный, ствол уже такой темненький, а это посветлее. Вот. Только по корневую шейку. Корневая шейка – это самое устойчивое к влаге место. Вот. Вот вы, наверное, пробовали. Кол вбиваете в землю, через 2 года он ломается где? На уровне земли. Да, гниет. Не под землей. А наверху, это не наверху, а по уровню земли. Это самая зона такая, катастрофическая. Влага воздействует. Не... Да. Вот посадили. Первый год, дайте ему спокойно расти вообще. И не трогайте. Пускай растет кого-то. Перезимовал у вас, пошел там расти. Вот. А, перед тем, как посадить, даже из горшка, с открытой корневой системой, 50% сразу, чик, и отрезайте. Корней? Нет, верхний. А, 50% ствола, это да. Половина, да. Короче. Да, это открытая корневая система, когда половина. При горшках, если он выращен в горшке, а не просто набит, можете 40%, 30% отрезать. То есть вот эта вот верхняя часть, да, половина, да, да, да. Независимо от того, какая корни повреждены, как бы вы не выкапывали саженец аккуратно, вы все равно его повредите. А, и мы должны как сбалансировать? Да, сбалансировать корневую систему сверху. Понятно, поняла. Угу. Вот, тогда он пойдет, приросты, здоровое дерево всегда дает приросты, обратите внимание. Надо же. Вот плодоносящие, они мало дают. А здоровые, это хорошие, молодые, они дают большие приросты, годовалые. Угу. Это признак, что дерево здорово. Если дерево не здорово, оно наверху может не давать, а снизу больного места, где дупло, это, с этого снизу пойдут такие жировики, типа
Вот. Это признак то, что вверху дупло, больное дерево в этом месте. И еще, почему такие дупы будут? Значит, его надо лучше обрезать, да? Потом. Потом, когда здесь внизу окрепнут, вот, потом можно обрезать. Так, еще. Обрезка. Обрезка, почему такие дупы появляются? Обрезают вот такие ветки на кольцо. Эта рана никогда не заживет. Обратите внимание, подойдите к любому дереву, если увидите такую рану на кольцо. Это все, это будет тебе гнить, гнить, гнить. И если срезать, Зеленов так делал, срезал большие деревья, и там, где срезано, ствол повреждет обалденно. И после этого, как дупло образовалось, и дерево, оно живучее, оно дает снизу побеги. Вот, я что-то запутался. Ладно. Ты не волнуйся, так. Будь спокойно. Да, да, да. Волнуйся. Так, еще вот чего? Мы сейчас говорили про вишни, груши, яблоки, правильно? Про посадку ты говорил. Или про абрикосы тоже? Нет, про абрикосы вообще не трогать нельзя. В том году он у Тузова, он обрезал абрикос, большой уже вот такой, он сейчас сухой стоит. Хорошо, а вот эти срезы, как их тогда делать, большие срезы? Оставляйте пенек, вот такой вот. А, то есть... Да, чтобы образовалась здесь пробка сухой, потом можете сухое через 2 года подрезать. Ага. Вот. И обработать. Не будет туда проходить ничего, понятно. Ни заразы, ни морозы, потому что вы обрезали... Мороз, ну, не дай бог, 35 градусов. То есть, как бы, страховка вот это должна быть несколько... Образовывается сухая пробка, и мороз просто не залезает. Я поняла. Не до того места, как хочется, а оставить запас. Да. Я поняла. А по кольцу, по стволу, у вас сразу мороз полезет. Все, и пошло. Я поняла, Коля, спасибо. Ну, бывает, знаете, бывает теплая зима у нас. И бывает холодно. В этом году 4 оттепели было. Да. Это плохо для деревьев? Конечно, плохо. Очень плохо. Потому что большая оттепель, абрикосы начинают просыпаться. Они начинают быстрее зацветать. И все, они попадают. Да не только абрикосы. Ну, это вообще черешни, абрикосы первые цветут. Потом слива цветет, потом вишня, потом яблоки. Угу. И груш тоже чуть пораньше яблони цветет. Ух ты! Так что вот для груши побольше холмика. Если есть пока, южный особенно. Идеально. Смело сажайте. И чтобы не было северных и северо-западных ветров. Чтобы прикрыты были. Да, да. Где домик стоит, там елочка, там сливка. Не страшно, сливы это. Но... Про косточку я еще скажу. У нас вся деревня заражена монолиозом. В этом году почему вишни столько? Я давно ее не видел, лет 15 столько. Раньше монолиоза вообще не было. Была сухая весна. Поэтому не так сильно заболела. Монолиоз проникает через цветочки, когда вишня цветет. Вот. И пчелка переносит, и ветер переносит заболевание. А деревья уже болели. Вот. Так что от эпидемии, от такой, надо дружно опрыскивать хоросы. Но это эпидемия, мы ничего не можем. Ну, да. Сибирь поражена черным раком, так называемым, там яблони гибнут. Ой, как обидно. Но если иммунная система у дерева хорошая, она легче переносит. Если повреждено иммунная система, то есть там... Буквально все ветки попилят, оставят голый ствол. Тогда, будет конечно. Еще больше загущения. Просто пойдут эти жировики, от них не избавишься. А что такое жировики? Это растение выделяет не из почки, а из клетки, со ствола прямо. Обратите внимание, это готовое дерево, но оно заплодоносит на год попозже, чем веточки. То есть на третий год из этого образуется
настоящий ствол. Косил, так все. Хорошо, удобрять вот можно раствором навоза? Кого, деревья? Деревья. Не надо. Что, совсем не надо? Не надо. А малину, там ягоды? Малина другое дело, совсем другое дело. Кусты и дерево – это разные вещи. У них совершенно разные системы, это корневая система. Малину кружовник это размножает черенками. Черенками – это типа клонового подвоя. Нет, прижать. Нет, а почему яблони? Можно, да, можно отрезать. Смородину отрезал череночек, воткнул осенью. Весной стал, пошел расти. Нет, а почему? А кружовник прикидывает. То есть деревья плодовые не удобряют, то есть только травой получается? Косите, листва падает. Скосили листву, там где-то я у вас поняла. На дорожке мешается, вы эту листву собрали и обложили вокруг этого дерева. Я поняла. То есть, а вот ничем таким не надо, да? Вот никаким не навозом? Ну, не ничего. Надо. И всякие-то химические удобрения. Нет, не химические, говорю. Это. Ну, вот... можно, по весне. Но на зиму надо калийный фосфорный. Ну, золой, посыпьте. А каким по весне? Удобрение. По весне? Можно ли курение помет? Азотный. Курение помет, нет? Можно. Можно поливать, но он очень сильно это, ядовитый. Он ядовитый очень. Что ядовитый? Его разводить надо 11 килограмм на 300 литров. Вот. Вот тогда можете поливать. Это весной. Ну, чтобы азотный, им надо весной расти. А зиму, а на зиму ему надо к зиме приготовить. Угу. Вот. Понятно. Поэтому я в том году жёг ветки от деревьев, там, от больных туда-сюда, на картошке. Вы знаете, эффект. Обалдеть. Я собрал золу, все. Но на этом месте вот такая картошка. Не внося навоза, ничего. Просто от золы. Обалдеть. Прямо вот контраст. Если кто не верит, придите. Нет, верим, Коля. Представляете, у нас может быть немножко подкисляет земля. Поэтому зола в нашей зоне сыпьте и не жалейте. Ну, конечно, не баками. Ну, понятно. А спасибо. Все остальное. Да. Наша зола... Это только по весне, да? Нет, зола на осень. А, это а сейчас... чтобы заставить его успокоиться и уснуть. А по весне не там... надо у золой? По весне не надо золой? Не надо, там азот, там хватит, что вы осенью внесли. Понятно. Там этого хватит. В золе все микроэлементы, все. Вот нас продают там в магазинах пакетики какие-то микроэлементы, магний там, магнезий там. Все. В золе все есть, кроме азота. Понятно. Азота там нету напрочь. Вот. Не надо никаких аммиачных селитров. Лить туда-сюда, вам научат, вы скупите полмагазина, вот, а толку никакого не будет. Понятно. А что сыпать, если золы нет? Понятно. Суперфосфат. Немножечко. Калийные удобрения. Можно немножечко. Я не заставляю вам вот так вот сыпать. Не, ну понятно. Так, чуть-чуть посыпали. И все. Просто заставить его вот, да, сбросить листья, почки вызревают, начинают вызревать. Бывает то, что просто почки не вызревают до зимы. Рано зима наступает, они не вызревшие, уходят в покой. Весной просыпаются, они могут не цвести. То есть, почему у нас периодичность по вношению на яблони? Периодичность? Через год обычно. Почему? Ну, из-за этого все. Они перегружаются, яблоки, высасывают, если большой урожай. А почему дичок говорит, что... А дичок каждый год, он сильнее. Он сильнее, да. Просто у него и корневая система мощная, его никто не тормит. Что такое прививка? Это все то же самое, что вам бедецы вырезали, какую-то операцию сделали уже в молодости. Как на вас она скажется, никто не знает. Ну да. Если полная несовместимость, то есть поживет, вроде у вас прививка пошла, через 2-3 года она просто ветер дунул, и она сломалась. Ну да. Если, ну, как бы, вот груши, например, на яблоне.
может немножко расти. Можете дождаться полноношения. Но в конечном итоге долго это недолгожительно. Так же, как и яблоко на груши. Так пофартить можно. Яблони сад. Зачем вам три, например, сажать яблони? Можете на одну сделать три сорта. Как это? У нас на четыре сорта. Да, ну да. больше трех-четырех нежелательно. Нежелательно. Груши. Да. Четыре сорта. Четыре ветки. Можно по-разному, можно скелет прививать. Так, но самое главное, осенние, желательно на осенние. Или на зимние. Ранние. Надо подвое ранние. На ранние. Ну понятно, чтобы совпадали. Да. Может, несовместимый быть. Потом можно по-другому. Не скелет прививать вверху, а вот одичок у вас растет такой. Обрезали вас. У вас отсюда пошло три ствола. Три побега. И на каждый побег можете по сорту привить. И у вас будет три ствола с это разными знаете, сортами. Что новенький. Надо же. Да. Ну, и все. И у вас и груш так можно несколько сортов. Груша у вас пошла, у груши бывают гнилые отводки. Взорона их много, он их берет и косит, Взорон, надо забрать у тебя эти корневые отводки. Вы знаете, в Сибири, как железо, говорит, на вес золота. Взорон, ну мы тебя так просто возьмем. Там не бывает корневых отводок, нет у них там. Что такое корневой отводок? Прям выкопали, он повторяет точно это дерево. Надо. Но обычно на дичке бывает, редко на таких привитых. Но дичок, вы посадили, у него корневая система уже не такая, а уже вот такая. Не боится воды. Если бы абрикос давал корневые отводки, вообще-то и не было. Вот. Он не боится уже воды, но у него сам ствол боится. Далее. Дерево получается ниже, типа как полный карликовый подвод. Ниже и раньше. От такого отводка? Ну вот отводок растет из земли, от корня. От корня растет. Ну как у сливы. Видели? Да, уже? Да. Слива да. То же самое. Можете вот этот отводок выкопать, посадить где-нибудь. У вас такая же слива, как была. Один к одному будет. Надо же. Вот, и вишня то же самое. Если вы знаете, что от этой вишни пошло, выкопали и посадили. Все, будет такая вишня. И это вот наши. Почему это отводки, их косят. Но можно и скашивать, ничего страшного. Но если кто-то хочет посадить в стороне где-нибудь, ну, допустим, угол у вас затененный, да, дерево вот так вот будет фигарить. Все выше и выше и выше. И она сама образовывает штамп этот метровый. Потому что у нее внизу ветки, они не получают солнца, они просто высыхают с каждым годом. Высыхают. И она устремляется, как у меня черешня. Так улетела вверх, что кошмар. Не достаешь, да? Нет, как бы лестницу не бери, не достанешься. Поэтому солнце для них. Но не должно быть одного солнца, постоянно светит на дерево, горит дерево. При хорошей жаре будет сгорать. Любое дерево и кустарники любят полутень. То есть половину дня солнце, половину дня тень. Западные у нас, да, северо-западные ветра. А, вот еще, забыл сказать. Деревья не замерзают, их высушивают ветер. Холодный ветер. Корневая система у них постоянно зимой работает. Особенно у нас под снегом. Бывает, что и земля не замерзает. Вот. Она работает. Но когда сильный мороз и ветер, вот эти веточки молодые, они просто высыхают. Антифриза. Да, питать этим. И все, они высыхают. А говорят, вот подмерзло. Не подмерзло, а высохло. Редко у нас подмерзает, у нас снег лежит, если вот такой снег по колено, там бывает и земля-то не замерзает. Замерзает, да, осень, ну, зима была, замерзает. Ну, оттепель тоже, как сейчас климат меняется,
Вот. В этом году на май, на 5, 6, 7 дня, мая было 4 дня по минус 5. Да. Ну, да, вот в колодью в эту, я ему, у нас минус 7 у них было. Холодно, холодно было. И у них, у него все цветочные почки, это, ну, абрикосы и персики замерзли. Жалко. Он привил, говорит, все, готовься, мы все деревни приедем. Ну, 100 сортов винограда. Мы из готовых, правда. Вся, вот осенью, пожалуйста, приезжайте, прямо из горшочка у него виноградик пробуйте и покупайте. А куда ехать-то? Куда ехать-то? Малый Ярославец. 170 километров здесь всего. И ну-ка, Николай скажет. Это близко, чем вы закажете с открытой корневой системой что-то. У вас это... Толку не никакого нету. И ехать. Ну, съездим, вот, с Машей съездим. Да, Маша? Ну. Обязательно. И абрикосы прямо. Слушай, я хочу привитые на сливы. Крестик у него есть. И привитые на сливы абрикос. Понимаете? Это уже ценный материал. Ну ладно, Коль, а вот вопрос. Если я с юга привезу абрикос и на сливе это привью. Будет? Получится у тебя получится? На сразу. А? Сразу получится? Будет долго, какой в том году с черешней. Так один прижился. Прижился, правильно, один. А вот один? Теперь пускай эту черешню берет и еще прививает. Так мы посадили уже это вишни. Уже высадили, посадили вишни. Вроде живые. Вот не знаю как. Ну, я вот через год надо привить. Я в этом взять году... от, не... от этого отростка. Я по-другому сейчас решил поступать. Я добрал косточек в магазин. Черешни. Абрикосы. А, абрикосы? Да. Вот я их выращу, проращу. Понятно. В теплице. Понятно. Догоню его, да, срок можно ну, отрезать. Было нормально. И привью на железки, которые не боятся мороза. Коля, тебе надо долго жить. Обязательно надо тебе жить, чтобы ты говоришь, все косточки взял, но эти косточки могут быть не вызревшие. Ну, проклюнутся, стратификация покажет. Два месяца в погребе постоят в песке. А, стратификация. А вот как из косточек, расскажи, как из косточек. Да, у каждого, значит, определенный, у персиков три месяца надо держать в песке. Во влажном песке. Косточку прям положить. Да, можно много косточек положить, закрыть слоями, переложить в стеклянные банки, открыть, чтобы не мокрый был песок, а влажный. Угу. Также семечки, груш, это. Я в этом году как помидоры высаживал, яблони и груш. Прям пикировал, прямо из плошки такой, они мне все зашли, я пикировал. Вот, эти абрикосы я в стаканчике сажал, каждый. Ну, были ошибки, я не спорю, были ошибки. Так, ну что, на два месяца, на три в песок? Да, да, потом достаете из погреба, ноль, ну, ноль плюс два, плюс три, ну, как, или в камеру, в холодильник. Вот, положите. Все, через два месяца где-то открываете и смотрите, нет проклюнувшего. Поэтому я предлагаю в один слой сажать. И они, когда проклюют, они немножко песочек приподнимают. Поднимают. Что именно да, при низкой температуре? Обязательно. Любым семенам нужна низкая температура. Не, подожди. Ты хочешь сказать, что они как привыкают к нашему... Нет, нет. Персики. Климату. Да, им надо обязательно отрицательную температуру. Иначе они, у них цветки будут без поя. Это ну, вообще не опыляться, ничего. Да. Персикам надо 200 часов. Отрицательной температуры, абрикосом больше. Это чтобы, понимаете, вот в косточке есть там синильная кислота, ну знаете, они это специально, чтобы они сразу не проросли. Вот она упадет, например, чтобы осенью не проросла. У них это заложено. Некоторые косточки даже через год. Вот орехи, фундук. Он через год у меня зашел в теплице. Год пролежал. Хоть бы что, а через год зашел. Вот краснолистный. Ну, да. Вот, так и это. Можно сажать просто в ноябре. Много косточек. Ну, тысяча косточек, все вам жалко. Взяли, посеяли вот так вот в грядку.
и песочком присыпали. Ни в коем случае не загублять. Это самая главная ошибка всех наших этих, на 4-5 сантиметров. Корневая шейка остается там. Вот, все, он сопреет, он вылезет у вас, чуть порастет и готов. Вот, поэтому чуть присыпайте, особенно абрикосы, персики, косточка должна, и сливы то же самое, косточка должна быть сверху. Он корешок дает, потом у них семидольных листов, как у яблони, у них семидольные листочки появляются, ну как у помидорчиков, у огурчиков, семидольные листочки, а у косточков нет. У них косточка это. Ой, семидольные листочки как вместе остаются, а здесь росток появляется. Там будем в райском саду работать. Точно. Огород и картошку посадим. Молодец, Никита. Ну, там надо жить еще. Я тебе дам покой, не дам. Так, по прививкам. Какие прививки? Это в следующий раз я вам расскажу. Что хочешь непосредственно. Хорошо. Какие прививки? Окулировкой почкой лучше не делать. Лучше весной улучшенной окулировкой. Или врачеб, или захаром. Захар это в основном делает на более толстых. Вот. Под кожу вставляется черенок. Единственный недостаток в этом под кожу. Бывает ветра на толстой коре. Может обломиться. Его привязывать надо обязательно. Такую проволоку какую-нибудь или колышек. И привязать, чтобы он не ходил никуда. Бывает, если на ветреном месте. А улучшенная окулировка, а окулировка это когда маленький этот и маленький. Вот так вот, раз там задотчик, ну это типа как приклад, но это улучшенный. Вот так. И должно быть подвой совпадать с привоем. Чтобы кадмиевые слои совпадали. Вот. А врачи, когда вот так вот, вот такой вот небольшой, но уже улучшенной опулировкой не получается, делается врачи. Расщепляете, два черенка вставляете. И все. Это уже такие тонкости. Да. Но сегодня замечательно. Это все можно показать прямо на примере. Но самое главное, набить руку, чтобы ровно. Ровно отрезать. А вот надо будет, чтобы ты показал, как это делается потом. Да, наглядно. Нож должен быть, в зависимости от того, на себя вы режете и вот так вот вы срезаете. Вот это тоже нюанс. Односторонний. То есть одно лезвие, как у сапожного ножа. Одно лезвие плоское, абсолютно, а с другой стороны заточено. Вот этой плоской, чтобы ровный был срез. О, это ювелирная работа. Да, но это надо отдельный, опыт. Это отдельная лекция. Это надо опыт. Так, чеснок выкопали. Следующий к коренному дню. Семейный рук тоже придется убирать скоро. Как, уже убирать? Да. А что, я только на зелень пошел, мы только есть его начали. Да на головку я имею в виду. Я хотел сказать, как на зелень, мы только его... На зелень завтра можете посадить, у вас сентябрь будет здесь. На головку. Николай, большое спасибо. Давайте мы эти лекции сделаем. Лекции я скажу, когда. Вот если вопрос появится. Появится. Наташа, у меня предложение. Давай. Тихо, не расходимся. Тихо, все на предложение. Дождитесь.